Привет-привет, Николаевск на Амуре день за днем. И перелистывая недавние архивы, мы идем в биологический центр города Николаевск на Амуре, который находится по адресу Гоголя 27А. В этом здании находится аптека, в этом здании находился ранее музей, и здесь еще находится биологический центр. Эколога, биологический центр. Временно, да? Временно, да. И непостоянное место. Да, хорошо. У меня пожелание от всех. Повесьте вывеску, чтобы видно было. Нельзя? А, все понял. У биологического центра есть замечательный информационный ресурс. Ссылка будет размещена дополнительно под видео. .27.ru. Вот, можете ознакомиться, все четко, подробно, предельно открыто и предельно доступно. Есть телефоны для связи. Николаевск на Амуре день за днем. Пока. Сегодня, 12 марта 2018 года, я вновь навестил эколого-биологический центр. Он по-прежнему в этом же месте. Лайкайте видео, вступайте в группу, подписывайтесь на мой канал. Пока!